Юрий и Зоя Алексенко поженились в 2004 году. Сегодня они воспитывают 6 детей. К сожалению, в прошлом году в старом доме провалилась крыша. Руку помощи протянуло местное хозяйство. Семья не осталась на улице. Более того, на 3,5 миллиона тенге сделали ремонт дома практически с нуля. Все другие строительные затраты также на себя взяло товарищество «Алтындан». И вот теперь руководитель хозяйства Канат Байзаков вручает документы на дом. Живите счастливо, хозяин Юра. Вот у меня 6 детишек, как бы от хозяйства нашего. Вот документы. Все. На дом ваш. Этому событию особенно радовались дети. Первенец Максим не знает, как передать свои теплые чувства. Заселились уже на днях. Ну, тепло, нормально в этом доме. Сестры у меня 4. Один братишка. Когда я вырасту, я хочу стать как папа, механизатором. Глава семьи, к слову, трудится в товариществе «Алтындан», который работает с 1999 года. У хозяйства 16 тысяч гектаров посевной площади, 900 лошадей, 3000 голов крупного рогатого скота. Достаточно и современной техники, ее и ремонтирует Юрий Алексенко. У Юрия и отец работал у нас. Помню, Юра с детства пытался чему-то научиться. Очень трудолюбивый парень. С рождением каждого ребенка мы выплачивали ему по 100 тысяч тенге. В этом году в селе построили 6 благоустроенных домов. Еще столько же планируем. А также баню и новый магазин. Таких рабочих, как Юрий, мы всегда готовы поддержать. Юрию Алексенко всего 36, но выпускник технического училища на хорошем счету в хозяйстве. Я механизатор, полевые работы у меня постоянно. Обратились к Канату Рустемовичу, наша дома, нам помог, ему благодарны. Ну, всегда помогает, когда обращаемся. Стоит отметить, что в 2006 году спонсоры внесли свою лепту в строительство местной мечети, медресе и элеватора в Атбасаре. Мадина Смагулова, Ербулат Серикбай, Павел Соловьев, Кукши Акпарат.